Дети рождаются в оболочках, или то, что мы называем в народе рубашках, по двум сценариям. Первый сценарий, он редкий, когда плодный пузырь не лопается, то есть плодные оболочки не разрываются, и ребенок рождается в пузыре с околоплодными водами. А такой сценарий чреват тем, что одновременно может идти отслойка плаценты, то есть преждевременно до рождения самого ребенка, что может закончиться, конечно же, гибелью ребенка или его тяжелой гипоксией. А второй вариант, который встречается чаще, это когда плодные оболочки разрываются, но они разрываются выше, то есть не в области головки плода, и ребенок рождается с покрытием из плодных оболочек. В любом случае важно освободить дыхательные пути, то есть лицо ребенка, верхние дыхательные пути от плодных оболочек, чтобы он сделал первый вдох, потому что первый вдох – это ключевой момент в жизни человека, и он должен произойти в течение первой минуты после рождения.